Я в шоке, как быстро летит время. 8 лет назад я провел свой первый матч в составе «Локомотива», а сегодня их уже 200. В «Локомотиве» я чувствую себя как дома. Мы одна большая семья. Участие в «Локомотиве» — огромная честь и ответственность. Мое сердце навсегда принадлежит красно-зеленому. Хочется радовать болельщиков как можно чаще. Буду делать все, чтобы завоевывать новые трофеи. Я очень ценю наших болельщиков. Спасибо вам за поддержку. Только Лока, только победа.